Зеленая энергетика развязала кризис в мире и Европе. Мы добывали 160-165 миллионов тонн угля, сейчас ноль. Германия, знаете, почем газ в «Газпроме» получает? Ну, Румыния теж, я 220. 250 220, а мы по 1000, по 2000 долларов. Бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки потратил более 2 лет для расследования, где деньги деваются в Украине. Не слушайте басни, а идите, пока еще прививки бесплатные, идите прививайтесь. Я вітаю мешканців Одеси та Одеської області. Мене звуть Марина Аксьонова, і сьогодні про найважливіше. Як повідомляє Інтерфакс, «Газпром» відмовився бронювати додаткову транзитну потужність через Україну, а також зовсім не бронював транзитної потужності газопроводу «Ямал-Європа». Про це свідчать підсумки аукціонів бронювання на грудень. Нинішній опалювальний сезон в Україні буде одним із найскладніших. Кожен день зведення з енергетичного фронту все тривожніше. Чиновники моляться на прогноз погоди і збереження плюсових середньодобових температур. А українці стривожені не на жарт, і це легко зрозуміти. Загроза відключення електрики означає необхідність запастися свічками та альтернативними джерелами для підігріву їжі та води. Чи є підстави таким хвилюванням, що на нас чекає? Експертна думка від заслуженого економіста України Василя Васильковського. Василю Миколаївичу, я вітаю вас у нашій студії. Здравствуйте. Оця ситуація, яка склалася на енергоринку, енергокриза, на що нам очікувати? На дальнейшее усугубление этого кризиса, на дальнейший развал энергетической системы Украины, на дальнейший хаос, который творится в энергетике. Ну и как результат, я вам скажу, что нам очень дорого обойдется нынешняя власть для народа Украины. Нынешняя власть, потому что они окончательно добьют энергосистему. А в какой ситуации? Можете обмалювати, в какой ситуации опинилася Украина наразі? Ну, первое, что... Вы смотрите, что происходит. Сейчас остановлены все тепловые станции в Украине. ТЭС. Ну, майже все, на все еще. Ну, там несколько работают. Почему? Потому что у нас не все работают на угле. Некоторые работают на газомазутном топливе. Вот те пока что там еле-еле дышат. И ахметовские некоторые ТЭС работают, потому что там где-то он нашел угля немного и так сказать, выбрасывает. Но ведь же тепловая энергетика производит где-то 37-38% энергии в Украине. 50%, 50-52% атомная энергетика, 5% ГЭС. Сейчас солнечная, так сказать, и ветровая где-то набирается... 7-8%, ну, около 10 тысяч мегаватт уже введено мощностей. Это еще одна чума на головы нашего народа. Закончится она тем, чем в Америке и в Европе на сегодняшний день. Ведь же зеленая энергетика развязала кризис в мире и Европе. Ну, один из факторов ну, кажется, кризиса этого. Ну, кажут, что там повітря не было, что вот. Зупинилось, не смогли да. там... Так вот, что происходит на сегодняшний день. Мы дожились до того... Доуправлялись, не дожились, а доуправлялись. Это результат от выборов президента, выборов депутатов Верховной Рады, выборов мэров и так далее. До чего? Нет в стране энергобаланса. У нас не посчитано, нет утвержденного правительства энергобаланса. Сколько произвести надо электроэнергии, сколько ее необходимо, сколько топлива, какого, откуда, что. И как результат? Мы развалили полностью угольную промышленность страны. Вы знаете, что Украина занимает 7-е место в мире по разведанным запасам угля? А чему? 7-е место в мире. Наразі, зараз после так... Америки, после Китая, после Австралии, после России. У нас разведанных запасов угля 33 миллиарда тонн. Их хватило бы, ну, если добывать по 100 миллионов тонн, на 800 примерно лет угля. Уничтожена вся угольная промышленность. У нас было Министерство угольной промышленности. Было? Работало сотни тысяч шахтеров. До какого же мы позора дожились, что сейчас рапортует президент, послушайте только внимательно, на подходе 7 кораблей с углем, и мы таким образом спасем тепловую энергетику, ну, естественно, всю энергетику страны. Но ведь же этот уголь будет золотым. Дело в том, что в связи с энергокризисом в Европе резко возросла цена в мире на уголь. Сейчас она 200-230
долларов за тонну, а плюс довозка. А самое главное, смотрите, откуда мы везем. С Америки. Значит, мы даем рабочие места шахтерам Америки, занимаем их. С Южноафриканской республики, тысячи километров. С Польши. Мы экспортировали недавно уголь в Польшу еще. Мы добывали 160-165 миллионов тонн угля, сейчас ноль. Так, что это? Это результат. А ведь же это что, исходно? Вот все и повлияло на энергетику, вот, понимаете, на саму. Остановить тепловые станции. Виникає питання, чи буде працювати наше підприємство на цьому вугілі, тому що у нас же антрацит більше. У нас і антрацита, і всього достатньо. Ми з вами розв'язували ті вузли, які зав'язали на Донбасі. Ми винуваті з вами. В 2014-2015 році. Не народ же Украины виноват в этом. Что происходит в Украине? А почему народ Украины должен рассчитываться такой ценой? Теперь же дальше по газу. Запасов газа в стране предостаточно для того, чтобы обеспечить население и все котельные страны по очень дешевым ценам. Но я скажу, себестоимость, притом это не мои слова. То есть это не то, что сказать, а что-то вот куда он знает. Значит, бывший министр финансов Уманский вышел на камеру и говорит, себестоимость добычи газа стоит 20 долларов, 1000 кубов. Это 550 гривен, 1000 кубов газа, 55 копеек куб. А теперь давайте, налоги, НДС, МНДС и все прочее, воровские схемы, все. Максимум, что уголь, то есть газ должен, куб стоит 2,53 гривны. Что сейчас вяжут? 7,99, это же вешают на уши... Это с Роттердам плюс. А ОСМД почем? А ОСМД по 30 и выше лепят. Вон, самое. А те, которые имеют котлы, а детским садикам, больницам, школам почем пишут газ? По 30 и выше. Вы понимаете, какой узел завязался? В итоге ведь же рассчитываться народу. Дело в том, что если субсидируется, например, с бюджета больница, или садик, или школа, или государственное учреждение, Министерство обороны там, и все прочее, это же денежки с кармана, значит, эти денежки не пойдут на что? На самое необходимое, на что другое. А нам лапшу на уши вешает, вы знаете, мы вот такой цены низкие, мы переживем. Да ничего не подобного. Теперь дальше. Вы смотрите, до чего мы дожились. У нас по периметру нашей страны у нас столько врагов, у нас нет друзей. Что, и какой результат? В Молдове закончится контракт 1 ноября. Все, Украина тут как тут. Мы дадим, секретарь Совета национальной безопасности, мы дадим Молдове газ. У меня возникает вопрос, а ты кто такой? Какой газ? От чего мы Молдове должны давать газ? Молдова это послушала, поехали в Москву, заключили контракт по 450 долларов на ноябрь месяц. Если цена будет падать мировая и европейская, то контрактом предусмотрен понижение. Я, идя в студии, сейчас цена газа на, так сказать, спотовым рынком 1000 долларов. 450 и 1000 долларов. Есть разница? Это газ, который народ Украина покупает, 1000. А ведь же он был и по 2000 недавно. У нас 10 миллиардов кубов газа минус запасов, минус против прошлого года, аналогичного периода. А почему это происходит? Да потому что возглавляет эти направления, в том числе «Нафтогаз», это проходимцы, я не побоюсь этого слова. Я вот приведу такой вот пример. У нас нет в бюджете денег, не хватает. Пенсионный фонд не хватает, и поэтому пенсионеры крохи получают. Руководитель, нынешний руководитель... За прошлый год, а он был заместителем всего-навсего, только вдумайтесь, это официальная декларация. Он получил зарплаты 284,6 миллиона гривен зарплаты в «Нафтогазе», будучи заместителем. Разделить на 12, это миллион долларов зарплата, миллион долларов в месяц. Ну, президент предприемство збутково, как может быть такая зарплата? Президент Соединенных Штатов Америки получает 400 тысяч долларов в год зарплату, а этот миллион долларов, как вы думаете... Ну, во-первых, как мы могли допустить? А что это за деньги? Это чьи это деньги? Это же деньги наши, народа. Это деньги, это цены. У нас потребность нашего газового хозяйства, населения и коммунальных служб максимум 15 миллиардов кубов газа. Мы с каждым годом все меньше и меньше добываем. Мало того, вы смотрите, за октябрь месяц в 3 раза увеличили экспорт. Наш газ дешевый экспортирует, чем импортировали газа.
Ну, таким чином заробляют, мабуть. Зарабатывать, я же вам говорю, что вместо там, 2,5, 3, 4 гривен за куб, они продают по 30 и дальше. Теперь дальше о наших друзьях. Вы смотрите, что делать. Нам Америка поможет, это наши партнеры. Сейчас, кстати, очень жарко в некоторых умах. Дойдет до того, что малейшая провокация, малейшая искра могут развязать войну в нашей стране. Наши партнеры помогут. Помогли? Жиженый газ, который производит Америку, вместо того, чтобы направить этот самый в Европу, и мы ж бегали, и нам дадут. В Китае, в Индии, ну, в азиатском там регионе. Платят, 3000 значит, долларов, 1000 кубов стоит. Весь газ, 9 миллиардов кубов развернули перед нашим носом и поехали в Азию. А нам с трех пальцев показали. То есть дефицит газа в Европе резко уменьшило, запасы уменьшились Норвегии, Нидерланды, Англия или Великобритания, а остальные страны не добывают. Нет этого газа. И Молдова заключает по 450 долларов. И говорит, ребята, вы, друзья, до свидания, значит, мы без вас обойдемся. А мы оказались чем? С носом. Мы великие, мы боимся нагнуться. Очередь стоит сейчас, чтобы в «Газпроме» подписать контракт. Сейчас Сербия подписала 270. Германия, знаете, почем газ в «Газпроме» получает? Ну, Румыния теж, я 220. 250, 220 Румынии, а мы по 1000, по 2000 долларов. Вот. Вот до чего мы руководились, до чего мы избирались. В итоге все это ложится куда? На плечи народа. И я повторяю, если сэкономить, там, допустим, на отоплении населения, то не всем. То это же ляжет на себестоимость, на цены нашей любой продукции, где задействована... На промысловие 300-400%. Такая же энергетика, вы понимаете, энергетика, что же самое? Это на себестоимость. Вы смотрите, что с ценами на продукты питания творится в магазинах, на рынках. У нас сало сейчас стоит почти 200, уже 180-200 гривен килограмм сала. Это наш национальный продукт. Говядина 190-200 гривен килограмм. Вы краще вот знаете до все чего цифры, мы чем... дожились. Вот до чего мы избирались. Когда, ну, неужели мы не могли понимать, что, ну, не может человек, если ни одного дня в управлении нигде не работал, только смеялся с нас, с народа Украины смеялись, народ Украины еще платил деньги, дал им заработать, плюс офшорные, значит, с Приватбанка выводили в офшор еще десятки миллионов долларов. А нам повесили вот проблеми енергетики в повному, так сказати, об'ємі. Влада відмовилася наразі від своїх амбіцій, дозволила комерційний імпорт електроенергії з Білорусі та РФ. Так скажіть, от, наскільки цього вистачить? Я ж, діло в тому, що, ну, я, по-перше, спеціальність інженер-механік. Тобто я немножко соображаю в цих всіх ділах. Можете представити, в зв'язку з тим, що дефіцит производства електроенергії, значит, может автоматически разрушиться вся энергосистема. Я же не случайно сказал. На восстановление, которое потребуется годы и миллиарды долларов. Поэтому либо выключить полностью, так называемое, верное отключение, либо просить. Так вот, называя, в том числе сейчас, смотрите, что на польско-белорусской границе творится с этими беженцами. Мы уже, если к нам придут, мы их будем стрелять, расстреливать. Санкции против Беларуси. Сейчас с поляками нашли друзья еще одних, значит, Польшу нашли. Значит. Мы солидарны с польским народом. Перед этим, кстати, вы помните, как в сентябре месяце по Афганистану произошла ситуация какая? Так, разумела, так. Сразу же американцы распределяли, и мы 5000 афганцев должны, значит, распределить. Ну, мы зараз відійдемо від нашої Нет, так я к чему? Головної теми розмови. Все ж таки, я Белоруссия. Чем только под санкциями, мыслями немыслимыми, а только петух клюнул, сразу протянули ручку, дайте нам хоть немножко электроэнергии для того, чтобы спасти, они сейчас 400 мегаватт дают электроэнергии, чтобы спасти энергосистему. И я вас уверяю, сейчас наступит минусовая температура, такая ситуация будет с Россией. А скажите, потому что другого выхода нет. Либо это все разрушится, уничтожится, что мы останем вообще без электричества. Вы смотрите, днями Киевский район весь был выключен. Мы уже придумали, схему. Вы знаете, ремонты. Какие ремонты? Это верные отключения, которые были в 90-х годах. Вы считаете, что это маскирование? Что все таки это не Конечно, плановые ремонты? Конечно, это маскирование, это диверсия против народа Украины.
Скажіть мені, будь ласка, у нас ще одна є тема, яку я не можу не торкнутися, тому що ми з вами попередніх наших зустрічах багато розмовляли, бо вам саме телефонують анонімно чи не анонімно, ви не називаєте прізвище, але все ж таки, це тема коронавірусу. Що наразі відбувається по нашому регіоні, по області? Дійсно, медики отримують ці ковідні виплати, є кому працювати. Тому що ми чуємо, що все ж таки все там налагоджено, але є інформація, яка пробивається там так же, з соціальних мереж. Так же, як з енергетикою, така ж болтовня і з коронавірусом. Ну, трагедія. Україна займає на сьогоднішній день, займає второе місце в світі по темпам смертності. Второе місце в світі. А в світі більше 200 стран. В том числе африканские, азиатские и все прочее. Второе место в мире. Вот, вот до чего мы доруководились нашей страны. Почему это происходит? Вот скажите. Да происходит потому, что мы абсолютно не готовы и плевать на интересы народа, чтобы спасать народ. Ведь же коронавирус не вчера появился и не сегодня. Уже второй год свирепствует коронавирус. Что, недостаточно было у нас времени для того, чтобы подготовиться, в том числе и третий этап этой пандемии? Вот в Германии уже четвертый начался, во Франции. Достаточно. Денег достаточно у нас было? Достаточно. В прошлом году выделяет Верховная Рада 66 миллиардов. Половина забирает, так сказать, на великое строительство или будивництво, как его называют. То есть деньги разворовали. Пронесло, так вторая волна чуть пронесло. Не было такого штаму. Но дело в том, что Индия ж показала, Индия, что там происходило. Весь мир стоял на ушах и спасался кто как мог встретить эту пандемию. Казалось бы, и мы должны, вот, хотя бы за те 30 там, или 32 миллиарда, можно было подготовить кислородные станции, все, можно было. Международный валютный фонд, как и все мировое сообщество, бьет на баты. Принимает беспрецедентные решения, выделяет 650 миллиардов без оплат, беспроцентных денег 190 странам мира по квотам, сколько каждая страна имеет квоты. В том числе 2,7 миллиарда долларов Украине. У нас квота 0,42%, всего-навсего. Мы такие великие, что аж 0,42%. Это 2,7 миллиарда долларов. Специально для борьбы с коронавирусом. Что вы думаете, дети деньги? Растворились. И вот пришла третья волна. И смотрите, что происходит. Абсолютно ничего не готова страна. А самое главное, самый большой дефицит стал, оказывается, кислород. Да как же нам не стыдно? Что же это за президент? Что это за Верховная Рада? Что это за руководство области, которое имеет мощнейший завод в Украине по производству азотных удобрений, припортовый завод, который может выпускать, а я знаю это предприятие не понаслышке, я там десятки раз за эти 30 лет неоднократно, в том числе спас его от закрытия, неминуемого закрытия в начале 90-х годов. Вот. Он мог производить кислород для всей Украины, притом по самым низким ценам. Но достаточно сказать, что сейчас производит тонна кислорода, обходится где-то 4-4,5 тысячи гривен. Ну, выпускает. Выпускал в начале 6-7, сейчас нарастили мощности 12, но это даже город потребности не покрывает. А еще области, ну, и вокруг этого небольшого количества сразу же нашлись коммерческие структуры, которые берут, развозят этот кислород, значит, своим транспортом, потому что нужно специализированный же транспорт. А у нас еще нема транспорта. А припортового завода, оказывается, нет ни транспорта специального, ни лицензии на логистику, ну, прежде всего, логистику, и закупить. Так можно было за эти 2,7 миллиарда долларов часть только денег выделить, чтобы решить эту проблему? Притом она решается то в считанные, ну буквально считанные дни, ну в течение месяца можно было решить. Который бы производил по дешевым ценам кислород, этот транспорт бы развозил по больницам не только Одессы, Одесской области, всей Украине, дешевый кислород. Таким бы образом мы бы спасли тысячи, десятки тысяч. Почему люди умирают? Потому что нет кислорода. Нет кислорода. Значит, и лекарей не выстачает? Да. Теперь же дальше. Смотрите, что дальше. Уже оппозиция приперла в Верховной Раде. До чего мы дожились? Выделяет 800 миллионов гривен на борьбу с ковидом. Это знаете, что это за деньги? Это 0,6% от денег, которые выделяются, разворовываются на великом будивництве. 0,6%. Так что нам важнее?
Велике будівництво или народ України? Нам все важливо. Я думаю, что нам народ України, нынешнему руководству абсолютно не нужно. Вот сейчас официально объявила, в том числе международные организации, что с Украины за последние годы выехало на заработки и эмигрировало 9,5 миллионов человек. У нас нет народа уже. И поэтому меня удивляет позиция руководства области, но я уже не говорю руководства страны. У нас третий министр здравоохранения. Все три, они, пустое место. Пустое место. Вот и привели к тому, что на самом элементарном, вот такое, извините меня за дипломатическое, не дипломатическое, я одесским словом, но скотское отношение к народу Украины, вот привело к такой трагедии. Может, фаху не хватает, не выстачает все-таки нашим... Нет, там все есть, все есть. Дело в том, что, вы смотрите, разворовываются, выводятся офшорные зоны десятки миллиардов долларов. Я уже приводил пример еще раз. Ведь же это не я считал и не мы считали. Джулиани, это, вы знаете, бывший мэр Нью-Йорка, это бывший генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки, потратил более 2 лет для расследования, где деньги деваются в Украине. И вывел 100 миллиардов только за последние годы долларов уворовали в нашей стране. Василий Миколаевич, вот. А теперь лепят на бюджет закончили. На следующий год. И опять на коронавирус нет денег. Потому что для них люди нужны только в том случае, когда надо голосовать, когда их дурить надо. А надо прежде всего и народу, уважаемые телезрители. Давайте мы проснемся, уважаемые одесситы. Давайте мы прекратим голову прятать, как страус. Это касается жизни или смерти всех нас до единого. Я не успеваю принимать только звонки за последние вот дни, сколько умирает моих только знакомых. Мы все зараз на радость. И еще, пользуясь, как говорится, случаем, я призываю всех, не слушайте басни, а идите пока еще прививки бесплатные, идите прививайтесь. Я это уже сделал. И считаю, что правильно я сделал. Таким образом, вы, поскольку у нас денег даже на кислород нет, у нас ни на что денег нет для народа, так хоть спасайтесь, хоть вакцинация, уважаемые телезрители, она бесплатная, и таким образом вы спасете свои жизни и жизни своих родных и близких. Василий Миколаевич, и остання хвилиночка, все ж таки хочу запитати. Можна критикувати, я це розумію, але все ж таки, який ви бачите, потрібно зробити наразі кроки, аби все ж таки якось поліпшити ситуацію? Із лікарями, із з киснем. Да, так вот, конкретні кроки. Очень хороший вопрос. Вот. Я в студию. Я и до этого, я вот в течение 2 недель специально, так говорить, делаю опрос врачей. Не буду называть лечебное заведение, где я был, но я побывал не в одном лечебном заведении. Место чи региона нашего? И региона, и нашего места. И задаю один вопрос. Уважаемые, ведь у нас десятки врачей сейчас болеют коронавирусом. Понимаете, семейные врачи болеют. Некому принимать людей. Я задаю вопрос. Уважаемые доктора, вам платят 300%, доплачивают эти деньги? Нет, уважаемые телезрители, ни копейки не платят. Вот я говорю, деньги разворовываются, наши национальные, Международного валютного фонда деньги, международные заемы, займы, которые берут, разворовываются деньги бедным врачам, которые рискуют своей жизнью, а их и ушло из жизни немало от коронавируса, в том числе и в нашем регионе. Не доплачують ні копійки. Кажуть, що Національна служба здоров'я не підписує всі договори. Так от, якщо б у нас був президент на місці, то коли його ізбрали президентом чуть більше 2 років тому, він що має бути? Приостановити цю преступну медицинську реформу, ліквідувати цю Національну службу здравоохранення, через яку відмиваються сотні мільярдів гривень наших бюджетних грошей, и навести порядок, возвратить той системе, по которой работает сейчас практически весь мир. И таким образом мы могли бы спасти нации, спасти своих деток. Мы давайте передачу еще как-то посвятим, что делается сейчас с туберкулезными санаториями детскими в нашем регионе. Добре. Вот. То есть святого там ничего нет. Поэтому вот видосики. У нас все в порядке с отоплением, у нас в порядке с энергетиком, у нас в порядке и с коронавирусом. А врачам
бедным врачам, не доплачивать ни копейки за то, что они рискуют своей собственной жизнью. Я вдячна за вашу экспертную думку. Нагадаю нашим телеглядачам, что сегодня мы спілкувалися с Василем Васильковским, это заслуженный экономист Украины. Я запрошу вас еще до нашей студии, будем отслідковувати ситуацию. Дякую вам и будьте здоровы нам. Спасибо, Иван.